Друзья, всем добрый вечер. Вы на канале дяди Федор из Германии. И сегодня я хочу приготовить вот такой вот пирог из слоеного теста Блиттертайг. Нормально купленный в магазине тесто. Развернем это тесто. Это тесто у нас такое продолговатое, мы его пополам сложим, чтобы было одинакового размера. Так. И немножко мы его прокатаем, чтобы оно было тоньше. Чтобы оно ровнее было. И теперь мы из него вырежем круг. Для этого берем чашку вот такого размера, чтобы края были как раз. И вырезаем круг. Остальное тесто подбираем, убираем. У нас получился вот такой вот круг. На этот круг мы будем накладывать нашу начинку. А начинка у нас ветчина, нарезанная такими кубиками, соленый огурец, нарезанный такими шайбами. Сыр пармезан 30 грамм и сыр моцарелла натертый 50 грамм. Все это мы будем сейчас накладывать. Где-то накладываем на половину, на одну сторону только. Вот поэтому сейчас будем накладывать слоем вот таким. Ветчина наша. Сверху мы будем класть огурчики соленые. Так, все это мы посыпем сыром пармезан. Это где-то 30 грамм приблизительно сыра этого. Теперь мы делаем вот такое вот небольшое углубление, чтобы наше яичко не растекалось, а чтобы оно аккуратно оставалось здесь. И разбиваем сюда яичко. Яичко у нас будет вот такой продолговатой формы иметь. И теперь еще засыпаем 50 грамм
Сыр моцарелла на чертова. И все это постараемся осторожно закрыть. Закрываем оставшейся частью теста, так чтобы все осталось внутри. Тесто очень мягкое, но очень чувствительное и начинает здесь рваться, где огурцы ее упираются в огурцы и рвется. Поэтому мы его аккуратно так заклеиваем и на всякий случай, чтобы еще вот так вилочкой ее немножко, она получается и красивее и надежнее. Получился у нас вот такой в виде чебурека пирог, да? Чебурек, пирог. Теперь мы его вот так где-то ножом просто не разрезаем, а немножко отмечаем вот такими дольками на. И этот пирог мы немножко отверстие делаем зубочисткой так. Чтобы воздух у нас выходил. Много не надо, так. Немножко. И все это мы смажем вот таким способом, желтком. Вот эти края мы полностью промажем желтком. Эти ушки, углы пирога. И вот эти полоски, которые мы отметили, мы тоже их вот так разрисуем. Немножко вот эту гармошку покрасим. Получится у нас такой красивый разноцветный пирог. Всю эту красоту мы отправим в духовку, разогретую до 180 градусов. На 20-25 минут, смотрите по вашей духовке. Ну, а потом мы увидим, что дальше будет. Пирог наш готов. Получился такой красивый, румяненький. Посмотрим, как он внутри будет. А внутри он вот такой вот. Начинка у него, он горячий. Такая вот начинка, сыр, огурцы, ветчина. Думаю, что будет вкусно. Пока что он горячий. Ну что, на этом я, друзья, закончу этот ролик. Всем, кто смотрел до конца, большое спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки.
А я на этом закругляюсь. Вам желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира во всем мире, удачи. До свидания. Пока-пока.